Ребят, всем привет, с вами Максим Шубин, канал Тренд Интересно. И сегодня хочется поделиться тем, что произошло за последние примерно 2-2,5 месяца на моем канале. Что вообще происходит с моим каналом, почему вроде бы много подписчиков, но крайне мало просмотров. И вообще YouTube на самом деле меня душит, как вы видите, опять желтый доллар, а это значит лишение монетизации. Я запросил очередной раз проверку на мой новый видос. Также на прошлый мой видос, на стрим, тоже желтый доллар. Значит, реклама заблокирована частично или полностью. Обычно, если так говорят, то она заблокирована полностью. И, соответственно, такие видосы YouTube не продвигает, потому что зачем мне продвигать видосы, на которых сам YouTube тоже не зарабатывает. Поэтому, черт возьми, YouTube меня душит, YouTube меня не любит. Это вот как есть, ребят, как данность. Далее, хочется отметить то, что видосы, которые были на моем канале, их было более 1000 до момента взлома моего канала 16 июня 2019 года, их не восстановили, хотя, в принципе, надежда была, и какие-то даже обещания, в том числе от техподдержки, были. Сейчас давайте посмотрим некоторый диалог, который, собственно, был у меня с техподдержкой. Они, опять же, отвечали не супер оперативно, хотя, тем не менее, отвечали, и это хотя бы за это я могу сказать им спасибо. Ну и в итоге все-таки они вернули, по крайней мере, доступ к моему каналу. За это тоже я говорю вам спасибо, но это случилось, это произошло. У меня появился собственный магазин мерча, в котором есть огромный выбор различных принтов для футболок, для худи, для свитшотов. Также там есть шапки, кружки, сумки, в общем, много-много всего прикольного. Советую зайти и приобрести всякие ништяки, также можете об этом потом похвастаться. Естественно, те, кто будут хвастаться, я в следующем ближайшем ролике их упомяну, покажу. Также, ребят, у нас есть тут еще вкладка, называется «Это реально интересно». Здесь будут максимально уникальные дизайны мерча, то есть сделаны, так сказать, с моей подачи, моей рукой где-то даже. И они, конечно же, будут посвящены именно нашему каналу «Это реально интересно». Пока, к сожалению, там пока ничего нету, но скоро появится. Так что ждите, смотрите, покупайте, кайфуйте. Ссылка есть в описании. Не могу сказать спасибо за то, что вы прям полностью восстановили мой канал. Как-то, ну просто, грубо говоря, помогли вернуться в этот поток, скажем так. Вот во все вот это. Снова вернуться, но нет. Ну, собственно, давайте все, собственно, посмотрим, что здесь было. Начну с этого, наверное, сообщения, пишу им «Добрый день, вот я нашел ссылки на свои удаленные видео, вот одна из них, собственно, отправляю им ссылку, жду ответа» и так далее. Чтобы восстановить видосы на канале, они мне сказали, мол, пришли, ну, то есть ссылки на видосы, то есть, чтобы было с чего восстанавливать, потому что у них нет возможностей других, как я понял, чтобы восстановить видосы. Я, собственно, вот отправил им одну ссылку на видос. Далее они мне пишут: «Здравствуйте еще раз, Максим, это именно то, что необходимо, пожалуйста, убедительно просьба отправьте все ID-адреса роликов одним обратным письмом. Постарайтесь ответить как можно скорее, я немедленно отправлю все ролики другой команде». С уважением, то есть они максимально, конечно же, вежливы, что стоит упомянуть, опять же, если, может быть, YouTube, ну или кто-то из YouTube посмотрит этот ролик, то, по крайней мере, это могу отметить, что они всегда достаточно вежливы, хотя бывает, я не всегда бывает вежливый, потому что меня просто бывает срывает крышу, какие-то эмоции захлестывают, я порой могу несколько быть резок в некоторых сообщениях, за это, наверное, стоит попросить прощения, хотя там, в принципе, оскорблений не было, там просто были некоторые претензии к работе и каким-то неоправданным моим ожиданиям. Вот, я, ребят, отправил все ссылки на все видосы, которые были удалены. Да, я их нашел, это было непросто. Я этим занимался аж 2 дня. Я тогда болел, достаточно серьезно болел, в принципе, и сейчас еще не до конца выздоровел. Но, тем не менее, в тот момент мне было куда хуже. Мне была температура, по-моему, 37,5 или 6, что-то такое. В общем, было не очень хорошо. Сильно болело горло, насморк, в общем, все эти дела неприятные. Отправил им кучу, реально кучу, огромную кучу. Сейчас я все это скроллю, ребят, хочу вам все показать. То есть огромное, хотя подождите, давайте покажу вам полностью, это еще не полностью, ребята. Вот, все. Вот все эти видосы, ребята, их огромное. Вернее, ссылки на видосы, их огромное количество, их более 1000 на моем канале. Причем здесь были видосы, которые набирали несколько миллионов. Даже один видос почти набрал 15 миллионов. Это Shadow Fight 2, битва с Титаном 23. И даже его не восстановили, вообще ни один видос не восстановили, вообще ни один видос, ребят, не восстановили. Я думал, ну окей, может быть, не восстановят, конечно, все видосы, но хоть какие-то видосы восстановят, но нет, они только меня душат, YouTube меня только душит, он кидает мне желтые вот эти вот
доллары и, соответственно, лишает меня монетизации, полностью лишает меня монетизации в данном случае, потому что если в начале нет монетизации, то нет смысла, в принципе, в моем случае публиковать ролик, потому что у меня нет какой-то оплаченной рекламы в роликах, хотя бы что-то, чтобы кто-то я мог зарабатывать с ролика. Так я ничего не зарабатываю, значит, как жить-то дальше? Как жить может канал, если он ничего не зарабатывает сейчас? Потому что, учитывая нынешние реалии Ютуба, на шоу, на какие-то YouTube-сериалы тратят приличные, реально приличные бабки, возможно, даже уже соизмеримо с бюджетами каких-то телевизионных проектов. А черт возьми, когда ты ничего не зарабатываешь, или зарабатываешь там 1, 2, 20 максимум рублей в день, то как бы как? Как выживать на Ютубе, ребят, я не знаю. И поэтому я вот как раз таки сейчас вот после 6 лет работы на Ютубе я сейчас ищу работу. Я сейчас ищу работу, чтобы просто выжить. Чтобы просто выжить как-то. Потому что Ютуб мне уже, в принципе, почти ничего не приносит. Да и даже если что-то он приносит, то я не могу получить деньги, потому что там есть порог выплаты. Порог выплаты 100 долларов. А 100 долларов это примерно, ну, 6500, 6600 тысяч рублей, собственно, да. И, соответственно, чтобы дойти до этого порога, мне нужно, наверное, год или два работать с учетом того, сколько я сейчас зарабатываю на Ютубе. Вот все видосы вроде проскроллил, все ссылки, хотя что-то когда как-то мало. Мне кажется, потому что когда я их копировал, было очень-очень долго. Очень долго и тяжело для меня, если честно. Так, возвращаемся к этому. Далее я снова пишу, они опять же не ответили на это письмо. Они не ответили быстренько, оперативно. Добрый день, как там дела по восстановлению видео? Спрашиваю их. Еще одно письмо пишу вдогонку. Это я уже пишу, получается, 31 августа. А то письмо было 26 августа. То есть прошло, получается, 5 дней. Они мне не ответили. А если учитывать, что... учитывать то письмо, то, соответственно, я писал даже когда? 24 августа. То есть прошло... 24 августа. То есть прошло, получается... Они мне ответили, короче говоря, 1 сентября, то есть прошло, получается, неделя. Неделя прошла, как они мне ответили. Нифига себе, ребят, да? Нехило так. Далее я снова пишу, значит, добрый день, что там с восстановлением видео на канале? Уже неделя прошла, вот я это подчеркиваю. Ну, все-таки 1 сентября наконец-то не отвечают. Здравствуйте, Максим. К сожалению, пишу вам с далеко не позитивными новостями. Мне ответили мои коллеги, однако, увы, но ролики невозможно восстановить на платформу, они удалены безвозвратно. Мне крайне грустно вам об этом сообщать, так как я хорошо понимаю, как много энергии и сил вы вложили в создание всего этого контента. И это благодаря всем этим видео вам удалось набрать такое большое количество подписчиков. Однако мы не можем восстановить даже некоторую часть из этих видео. Мне очень жаль, что я не предоставил вам позитивной информации с уважением и так далее. В общем, как-то так. То есть, в принципе, они, конечно, все это постараются сглаживать, но... это как-то вообще никак. Это вообще никак не работает. Ну блин. Я 6 лет снимал видосы. Меня вот взломали, получается, мой канал. Украли его, удалили все абсолютно видосы. Все даже видосы, которые набирали. Но причем эти видосы, они же могли в том числе и взломщикам приносить как бы мани. Потому что они же по-прежнему их смотрели. И как бы они тоже приносили какие-то деньги. А сейчас, получается, всех тех видосов нету. Вот, и это тяжело, правда, ребят, тяжело сейчас что-то пробиться, чтобы хоть какую-то реальную, более-менее реальную копеечку зарабатывать. Это сильная демотивация, особенно учитывая, что мне постоянно вот эти вот гребаные желтые доллары. Я постоянно, почти на каждый видос, не на каждый, это подчеркну, не на каждый видос, но, наверное, 2 из 3 видосов получают как раз-таки этот желтый доллар. Я каждый раз запрашиваю проверку. И почти каждый раз оказывается, что мои видосы, все окей, все нормально с ними. Единственное, вот здесь вот этот видос, за, получается, я уже 15 видосов выпустил после взлома, подтверждено в ходе повторной проверки, ну, то есть то, что не подходит большинству рекламодателей видос а-ля стрим. Он почему не подходит, я не знаю почему, там ничего такого жесткого не было. Почему не подходит? Я читал не раз эти правила, они достаточно размытые. Там не было каких-то моментов, связанных с контентом 18+, или насилие, жестокости. Это просто игра, черт возьми, там да, стреляют, там да, убивают, это игра. Раньше такого не было. Почему так происходит? Я думаю, это не только у меня, естественно, это думаю, не только у меня, но когда у тебя еще нет рекламы, оплачиваемой в ролике, а ты просто надеешься на монетизацию, как в моем случае, это прям очень сильно бьет по мотивации дальше двигаться на Ютубе. Очень сильно, в моем случае, прям... Ну, слушайте, я вот уже подумаю уходить с Ютуба, пока, конечно, я не снимаю такой ролик, типа, вот мой последний ролик, все, выхожу с Ютуба, пока нет. Пока еще какие-то надежды есть, какие-то еще силы, энергия и желание двигаться в этом направлении есть, но денег нет.
как говорится, вы держитесь, деньги у кого-то там есть, но не у меня, вы держитесь, но я только держусь на самом деле, как-то еще держусь, и я не знаю, сколько я еще смогу так держаться, когда канал не приносит почти ничего. Это тяжело, ребята, это тяжело, причем еще монетизации лишают, даже монетизации лишают, ребята, очнитесь, вы так многих авторов можете растерять. Конечно, да, я, наверное, никто в этой огромной массе ютуберов, но тем не менее, блин, если как-то, может быть, и будете более внимательно относиться ко всем этим делам монетизации, к продвижению, к рекомендациям, то, может быть, как-то вот все-таки станет чуточку лучше на ютубе, и, может быть, я буду вот этим вот, не знаю, вот этой кнопкой, когда мой видос посмотрит и как-то, может быть, переоценит свои принципы, политики и так далее. И все-таки буду больше ориентироваться на автора, а не на рекламодателя с огромными кошельками. Хотя, конечно, в это невозможно даже поверить, потому что, конечно, нужно подстраиваться только под тех, кто платит. А платят те, кто, собственно, ну вот эти всякие компании, и им типа не нравится контент, который якобы я создаю, получается, да. И это тяжело. Это опять же тяжело, ребята, просто, блин, такая демотивация. Тяжело жить просто, ребята, тяжело, что за фигня, какого черта? Далее я им пишу, значится. А зачем вы тогда просили у меня ссылки на видео? Я их искал 2 дня, вы издевались надо мной? Ну, блин, мне уже, вот все, я уже закипел просто, максимально закипел. Да и в принципе этот видос я не планировал снимать, потому что, ну, вроде бы как-то более-менее все решалось. Да, медленно, да, они отвечали не очень охотно и как-то все это, но тем не менее как-то решалось. Опять же, доступ-то все-таки восстановили на канал, я теперь на нем, на этом канале, это реально интересно. Но тем не менее, я вскипел, чтобы вот этот ролик я записывал, потому что я уже закипел просто. Я уже не могу терпеть это все, вот это все, что навалилось. Это тяжело, черт возьми, это тяжело, блин. Как с этим справиться, ребят, не знаю. Пожалуйста, максимально распространите этот ролик, прям максимально распространите этот ролик. Если вам хоть чуточку нравится мой контент и вообще вы за то, чтобы ютуберы оставались на ютубе, и по крайней мере те, которые вам нравятся, то можете, в принципе, финансово поддержать мой канал. Ссылка также будет в описании. Я не знаю, может быть, даже за это мне YouTube банит. Я не знаю, почему, ну, вернее, лишают монетизации. Не знаю, за что он лишает. Хотя бы как-то объясняли они, почему, допустим, вот конкретно этот стрим, этот ролик, он не подходит монетизации. Объясните, почему. Пожалуйста, объясните, почему. Я не понимаю. Потому что, опять же, сейчас я вам покажу письмо, которое мне отправили по поводу вот этого, типа, вот уже окончательного лишения монетизации. Вот, друзья, это письмо об окончательном лишении монетизации. Мы провели повторную проверку и выяснили, что ваше видео подходит не всем рекламодателям. Как результат, в нем по-прежнему либо нет рекламы, либо есть объявление только некоторых брендов. Вот о каком ролике идет речь. Собственно, конкурс на скины в Standoff 2 плюс катки с подписчиками. Этот стрим. В настоящее время это видео также доступно для просмотра и приносит доход от YouTube Red. Подробнее о правилах отношений монетизации читайте в нашем справочнике. То есть, как бы они не говорят конкретно, в чем дело-то, что я не так сделал, что я не так какие-то ссылки, может быть, отправил, почему снова лишают монетизации. Пожалуйста, YouTube, объясняйте. Тогда, может быть, как-то комьюнити станет более умной и меньше будет этих спорных ситуаций. Я не знаю, почему меня лишили. И как дальше-то двигаться, ребята? Как дальше двигаться? Что мне делать? Чтобы как-то было нормально все, чтобы монетизации не лишали, чтобы я был угоден YouTube, чтобы рекомендованных чаще появлялся. Да, я знаю, что я появляюсь в рекомендованных, но, видимо, крайне редко. Опять же, мне некоторые чуваки пишут, типа, чё, кого, почему такая у тебя фигня со зрителями, с подписчиками, с просмотрами, с лайками и так далее. Еще одна, кстати, штука очень интересная, это то, что от моего канала на протяжении довольно длительного времени отписываются. Я не знаю, почему отписываются. Ребят, пожалуйста, кто... Вот после этого, допустим, ролика кто-нибудь отпишется, по-любому такие люди будут. Уверен в этом на 100%. Почему вы отписываетесь? Просто напишите хотя бы в комментариях. Ну и тогда хотя бы дизлайк поставьте. Ну, я так понимаю, когда человек, наверное, уходит с канала, видимо, ему не нравится контент, который делает автор, да? Ну или, в принципе, автор ему не нравится. Тогда, ребят, поставьте дизлайк. Тогда напишите в комментариях, почему вы уходите, почему, как вы думаете, другие уходят. Но если вам нравится, если вы хотите, ну, то есть, в целом,
находиться на этом канале, смотреть контент. Конечно, вот не подобные ролики, а в принципе более что-то игровое, что-то про игры, наверное, да, и может быть какие-то технологии, еще мне эта тема очень интересна. Надеюсь, как-нибудь все-таки мы к ней придем. Если, опять же, я здесь задержусь на ютубе чуточку подольше, чем возможно, то тогда и это будет. Но я даже не знаю, ребят. Ставьте лайки, камон. Может быть, как-то это поможет. Я все-таки до сих пор не понимаю, почему так жестко отписываются с моего канала. 450 на 1979 подписчиков на момент записи этого ролика. То есть 79. Ну, кстати, не отписалось, пока что не отписалось. Но смотрите, сегодня уже минус 5, вчера 39, 92. 92, 130 минус. То есть, блин, ребят, я теряю подписчики, подписчиков. Что делать? Как жить? Мотивация, опять же, теряется. Тяжело, больно, неприятно, ребята. Просто посмотрите, сколько отписывается. Просто ужас. Минус 1764. 34, 182, 100, минус 20. Ну, это, наверное, еще тогда взломщики были, да, наверное, на канале. Ну, или я даже не знаю. Ну, то есть, отписываются. Это больно. Это правда очень-очень больно это наблюдать. Я не знаю, почему это происходит. Дизлайков достаточно мало, в принципе, на моих новых роликах. И в чем проблема? Я не понимаю, что происходит. Причем порой мне ребята пишут, которые вроде бы были подписаны на мой канал, как они сами говорят, да? Потом говорят, что, блин, чувак, почему-то я вроде не отписывался на твой канал, но меня почему-то сам YouTube отписал. И я тебя потерял. В итоге я там нашел, может быть, там через полгода или еще... Когда-то, может быть, через месяц, кто как. Это очень не круто. Возможно, как раз-таки YouTube отписывает людей. Просто берет, отписывает автоматически. То есть люди сами, как бы, они вроде хотят смотреть мой контент, но их отписал, и как бы уже все позабылось, да? Они позабыли, в принципе, про мой канал, ребят. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на все мои другие каналы. Также обязательно колокольчик нажимайте. Вообще проверьте подписку на мой канал, кто подписан и кто еще не подписан. Также, ребят, обязательно подписывайтесь на мой новый инстаграм. Ссылка также есть в описании. Тут я, в принципе, публикую какие-то моменты, в том числе связанные с каналом. Какой-то свой контент, так сказать, про себя любимого, скажем так. Также истории регулярно публикую. Там я рассказываю о каких-то... моментах, связанных с каналом, о своих, опять же, личных моментах. То есть, пожалуйста, ребят, подписывайтесь, буду очень рад, если вы это сделаете, так сказать, это будет дополнительной платформой, вдруг вас отпишут, отпишет YouTube, да, или произойдет такая штука, может быть, нас снова взломают, как не стоит это тоже исключать, то, по крайней мере, надеюсь, в Инстаграме я смогу об этом сообщить, может быть, какой-то новый канал создадим или еще что-то. По крайней мере, вы сможете это узнать в моем инстаграме, в моей группе ВКонтакте, ребят. Также у нас есть еще группа ВКонтакте. Также, ребят, не обязательно вступайте, подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте. Также подписывайтесь, потому что я чувствую, и страницу ВКонтакте, ну, вернее, группу ВКонтакте могут забанить. Ну, или страницу ВКонтакте. В любом случае, тоже на страницу ВКонтакте, ребят, подписывайтесь. Ссылки все есть в описании, ребят. Просто раскройте описание, прочитайте внимательно, и тогда вы все поймете, и не будет никаких проблем. Вот. Как-то так, ребят, как-то так, это тяжело, но что делать, ребят, кстати говоря, заходите в мой магазин мерча, ссылка есть в описании, там много крутых принтов, худи, футболки, кружки, много всего интересного, заходите, если что-то интересно, покупайте, буду только рад, поддержите хотя бы таким вот образом мой канал, плюс себе какие-то ништяки, хайповые, трендовые вещи приобретете, также можете, в принципе, если когда вы уже прям... купите, наденете, похвастаться, сфоткаться и можете, в принципе, выложить, допустим, вот последний какой-нибудь пост из нашей группы ВКонтакте, фоточку с мерчом, который вы купили в моем магазине. И, соответственно, вы попадете в новый ролик на канале «Это реально интересно». Ну и надеюсь, скоро я смогу опубликовать ролик про игру Sentence. Игру в крайне необычном, интересном жанре с крутым сюжетом. Игра на андроиде, также, по-моему, есть и на iOS. Вот, снял я его еще вчера, то есть, получается, 2 сентября. Но не знаю, когда я даже его опубликую. Ну, вернее, скорее всего, тогда, когда уже пройдет эта проверка, тогда я уже его опубликую. С вами был Макс Шубин. Всем удачи, всем пока.